Комітет Асоціації Україна-ЄС незабаром ініціює обговорення питання свободи слова в Україні. Про це заявив Віктор Медведчук, голова політради партії «Опозиційна платформа за життя». Приводом для дискусії політик називає тиск на редакційну політику ЗМІ, зокрема і силовими методами, як це було у випадку з телеканалом 112 Україна. Нагадаю, місяць тому офіс телестудії невідомі обстріляли з гранатомета. Принятие Верховной Рады 4 октября 2018 года постановления о лишении лицензий, политически мотивированные действия со стороны Национального совета и радиовещания по отношению к отдельным каналам и средствам массовой информации свидетельствуют того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан ту правду и в отношении власти, и в отношении того, что происходит в стране. Это все звенья одной цепи по отношению, в том числе, и действий власти к оппозиции, к представителям нашей политической силы. Ведь не секрет, что владельцем и 112-го, и Незваного является член политсовета нашей партии Козак Тарас Романович. И действия, направленные против лидеров нашей партии в вопросах переговоров с Россией, возбуждение уголовных дел, назначение экспертиз, что делала СБУ при Порошенко и продолжает делать СБУ при Зеленском.